Да, любитель истории. В общем, вот таким образом я решил встретить самые депрессивные дни первого снега, сумрака, осени, грязи, дождя и всего остального. И вот сейчас я наконец-то получу Супру в свои руки не только на гоночном треке, но и в жизни. Это на самом деле очень важный момент. Я всегда говорю о том, что нужно не только на трассе тестировать машины, но еще и обязательно тестировать машины в городе, в жизни, в тех местах, в которых вы привыкли ездить, где вы привыкли парковаться, возле магазина, как эта машина переезжает полицейский, как съезжает развязку на МКАДе, на которую вы съезжали 500 тысяч раз, потому что вы там живете. И вот именно в такие моменты тачка и проявляется, и становится для вас понятной максимально. Поэтому на самом деле я взял ее для другого, у меня другая задача немножко, но чуть-чуть до и чуть-чуть после поезжу. Поэтому я кайфую максимально. А сейчас вас ждет немного сторис из нашего дорогого, любимого, родного «Ангар-13», который вернулся на старое место дислокации. У пацанов тут шиномонтажный сервисный сезон, и мы их отвлекать не будем своими гоночными делами. Но я вам покажу, что вот на заставке ресепшена с карбоновым стойлом, которое все это лично делал я вместе с Антохой Малышем, из «Мотиля» мы это все проектировали. Сейчас вот такая заставка. Чепа, привет тебе. Очень красиво выглядит. А вообще я вам по делу на самом деле хочу сказать, что в «Ангаре» сейчас большая распродажа оборудования, потому что пацаны как бы чуть-чуть там расширились, и у них осталось много всякого оборудования. Конкретно что я сейчас расскажу в следующей истории. Мы сейчас с Саньком доедем до склада, я его специально сниму. Но все, кому нужно хорошее, качественное оборудование, так, ждите следующих сторис. Верстаки, подъемники, бочки и все прочее. Поэтому я вам все расскажу. Расскажу, куда писать. Цены лояльные, наличие, качество. Ну, все как обычно. Поэтому кто бы мне такие истории, когда я сервис открывал, снимал. В общем, Супра нам ассистентом сейчас является, дальним светом бомбит на склад. И вот я вам показываю, что тут у Санька есть. Подъемники, верстаки, инструментальные тумбы, вентиляция, шиномонтаж. Что еще, Сань? Две инструментальные тумбы, 5 подъемников, шиномонтаж, третьей рукой компрессор. Если бы я был Ильиш, у меня закончились бы уже пальцы, да, перечислять. Гидростойки, вертели, кантователи. Короче, все для работы слесарного цеха на 4-5 постов. Абсолютно есть все. Компрессор. Вот, поэтому кому что нужно, обращайтесь. Да. Короче, я сейчас ссылку на Санька прикреплю, вы его знаете, но на всякий случай, и на «Ангар». Поэтому все пишите туда, я сейчас отдельно еще сделаю как бы постик, там, как это все выглядит, когда это не на складе, а как это все стояло. Поэтому давайте, обращайтесь, раскупайте, потому что склад нужно освобождать, и хорошо, если это вам достанется. Санек, ну что, кайфанул от Супры, а? Достаточно просто один раз прокатиться, если у тебя есть бабки, то пойдешь завтра покупать. Прям завтра. Уезжай. Мне уже как не понять. Понятно. Так, ну а мы тут с Гошаном. Смотрим церемонию открытия FIA Motorsport Games. У нас там Илюха Федоров, Димон Нагула, Димон и Люк. Пацаны, давайте. Римляне, в атаку! За Цезаря! За Помпея!
Прикольно, очень круто. Разные дисциплины, ничего не знаю про эту историю, но с удовольствием ее смотрю.